Слава Богу, братья и сестры. Ви знаєте, я так слухав своїх дочок і два роки скучав. Як скучаємо, то включаю магнітофон і співають, і радуємося, і славимо Бога. І для нашого общого назидання я коротко читаю таке місце Священного Писання, книга Притч, з 3 глави, 9 стих. 9-10 стих. «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Чти Господа! Братья и сестры, мы сегодня пришли в наше служение с одной целью, чтобы воздать славу Богу, чтобы возблагодарить Его за вот этот урожай, который перед нашими глазами. Бог из своей стороны все дал для каждого из нас. Но порою мы не способны взять то, что Бог дает. И почему я так говорю? Я вот недавно услышал такой пример про одного молодого человека. Отец решил, вы знаете, подарить машину сыну. Сказал, когда ты станешь совершеннолетним, я тебе подарю машину. И вот сын ждал вот этого момента, когда повзрослеет и станет совершеннолетним. И случилось так, что пришел день совершеннолетия, и отец дарит Библию. И сын расстроился, взял Библию, ну и кинул, даже не открыл ее. И прошло немного времени, и отец умер. И когда отец умер, сына какое-то прозрение пришло. Он решил взять Библию, которую отец подарил. И когда раскрыл Библию, а там лежит чек на машину, которую отец обещал. Братья и сестры, иногда Бог нам дает, но мы не способны взять то, что Бог дает. И лишь потому, что наши амбиции, наш несовершенный характер, испорченный порою, он не дает видеть прямо так, как Бог это дает. Поэтому хотелось бы, чтобы Дух Божий сегодня приоткрыл вот эту важную тему, тему служения нашему Богу, чтобы мы научились чтить, славить, хвалить. И 49-й псалом написано, говорит так: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю спасение Божье». Бог хочет явить это спасение, но Он хочет, чтобы мы были благодарны. Вы знаете притчу о 10 человек прокаженных, которые были больные? Все мы знаем, но из 10 человек только один решил воздать славу Богу. Бог хочет, чтобы мы были благодарны. И текст, который я прочитал, здесь сказано «чти». «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих». И дальше обетование и благословение, и наполнятся житницы твои до избытка. Братья и сестры, хотелось, чтобы Дух Божий, Он приоткрыл вот эту важную тему, чтобы нам узреть ее, и чтобы наше сердце, оно было благодарным. И Бог будет изливать свои потоки и свои благословения. Мы будем радоваться, мы будем благодарны Богу. Пусть Бог благословит сегодня нас всех и научит, чтобы нам все-таки приложить все усилия, чтобы Дух Святой, Он мог работать в нашей жизни. И когда мы смотрим на вот эти все плоды, вы знаете, когда мы читаем 23 главу «Исход», там сказано очень ясно так, прекрасно, я даже коротко прочитаю, это один стих, 23 «Исход», здесь сказано о празднике жатвы. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». И сегодня мы видим, что по слову Господню все вот эти плоды в церкви, мы можем на каждом из них наблюдать. И многие братья и сестры, когда сеяли, садили, приложили большой труд для этих плодов. И это все для нашего тела, для нашей плоти. Но Бог почему-то так спланировал в плане своем, что Он говорит, начинает с этих земных плодов, но мы переключаемся на самые важные плоды, это на плоды нашей души и духа. И хотелось бы, чтобы Дух Божий сегодня приоткрыл тему плодов, а как мы заботимся, так как мы заботимся о плодах,
физических, земных, мы должны заботиться о плодах духовных. А плод Духа написано – любовь, радость, мир, долготерпение и так дальше, и так дальше. И вот это самое важное и ценное, что необходимо для нашей бессмертной души, чтобы оно заняло первое место, чтобы вот эти качества мы могли научиться в церкви возрастить в себе, и чтобы эти качества могли проявляться к ближним и друг к другу. И Библия очень много говорит об этом. И хотелось бы, чтобы сегодня, когда мы слушаем эту спасительную весть, мы могли ее еще больше и больше распространять. Но в первую очередь два момента из Нагорной проповеди Иисуса Христа написано – это быть светом и солью. Пусть всех нас Бог благословит и поможет, и даст сил приложить все усилия. Это очень важно. Быть светом и солью. Аминь.